95 лет исполнилось Государственному пожарному надзору. Предупреждение и профилактика пожаров, защита населения и материальных ценностей от огня – вот главные задачи его сотрудников. Без пяти лет век они стоят на страже безопасности граждан и берегут имущество. В зоне пристального контроля почти 2 миллиона 700 тысяч объектов защиты. Напоминаем, что с 15 апреля в Чувашии установлен особый противопожарный режим. Ежегодно удается снижать количество техногенных пожаров, а значит предотвращать беду, сохранять человеческие жизни. Ветераны ведомства постоянно передают молодым специалистам свой опыт. К памятной дате приурочены торжественное собрание в Чувашской государственной филармонии и праздничный концерт. Интерес зрителей вызвала выставка пожарно-спасательной техники и оборудования. А силу сотрудников подразделений сегодня испытали в соревнованиях по русскому жиму. Все участники состязались в максимально возможном количестве подъемов штанги, вес которой варьировался от 55 до 100 килограммов. В церемонии открытия принял участие ветеран пожарной охраны Владимир Шуряков, многократный чемпион мира и Европы по гиревому спорту среди ветеранов, рекордсмен книги рекордов Гиннесса.